меня в моей жизни было пару раз такое, что снился один человек, точнее не так, один раз мне, в одном случае мне снился человек один, это мой друг, которого посадили в тюрьму, ну спортсмен, мы были просто в одной группе занимались, а потом он спорт бросил и пошел чуть-чуть не в ту сторону и там попал в тюрьму. Все смеялись тогда, что он был чемпионом Украины по спринту, ну, 60 метров. И он с другом был. Друг убежал, а он не убежал. Ну, вдвоем они были, а тот не спортсмен убежал, а этот спортсмен, который бегал так, что хер его кто-то гонит, не убежал. Да, блин, ржали мы где-то в спортшколе. Ну, как ржали, прикалывались. Ну, блин, ну, типа, ну как так? И вот он мне снился, блин, все время, все эти годы, пока он сидел. Потом он вышел, я его увидел, и все прошло. Все сны прошли. А потом, а еще второе, мне снились соревнования. Я просто, ну я не мог. Ну я когда завязался спортом, мне снились соревнования. Снились, блин. Уже, ну я уже просто не мог. Думаю, ну сколько же я буду выступать, ну, на соревнованиях, блин, во сне. Сколько же это будет продолжаться. И я, короче, нашел выход. Я пошел в 38 лет, вернулся в спорт и вышел на соревнования, только уже по ветерану. Ну, в принципе, это без разницы. Ну, то же самое. Тот же стадион, тот же сектор. Я вышел, выступил в Ялте. В Ялте это было первый раз. И все. И сны как рукой сняло. Пропали сны. Блин, ну куда ты едешь, дядя, блин? Блять, куда ты едешь, дедушка, ёпарасете? Прямо навстречу. Видит, что я еду, стоит на дороге. Что ты, ну же, если бы я не свернул. Я просто культурный. И вот два было случая. Сейчас у меня третий случай. За этот год самое больше снов мне снится, которые вот я такие, знаете, просыпаюсь, еще такие реальные сны. Это моя бывшая. Опять мне снилось, блин, сегодня. Я еще так проснулся, а знаете как, ну, снилось, проснулся, потом опять заснул, и уже, когда утром проснулся, как-то забыл уже, что мне снилось, как-то. И, ну, что-то какое-то такое тяга меня, ну, я включаю YouTube, как всегда, у меня телевизор стоит большой, но там телевидения нет, а там есть только интернет, там фильм, ну, я смотрю там фильмы, YouTube включаю. И я беру пульт, там чай сделал себе, и мне просто автоматом, я типа в поиск, введите поиск, и меня тянет набрать ее канал. И я такой, у меня как прозрение, что это меня тянет, а мне, я вспоминаю, что мне снилось она ночью, капец. Только не надо опять говорить, Валера ноет, не может никак забыть, не отпускает, что вы мелите? Вот те, кто так пишет. Я просто рассказываю, ну, мне снилось такое, что, ну, вчера мне ничего не снилось. Позавчера тоже. Если бы не снилось там что-то, я бы рассказал, спросил бы, к чему бы это. Поэтому, что здесь такого? Ну, я не виноват, я не думаю, я не, ну, не, я уже, ну, я же скажу. Где-то с 10 октября, ну я уже давно не заходил даже там на канал, там что-то, вот тогда, когда последний там что-то снимал видео, тогда, когда вы начали писать, когда я появился после перерыва, вы все начали меня херячить, там, что кто-то куда-то уехал, там, за границу, и я вот это ж тогда, мне стало интересно тоже, вы же все пишете, там, разглагольствуете, там, такие форумы устроили мне на канале. Я пошел тогда, посмотрел, да, увидел, ну, я все понял сразу. Ну, что-то знал я и так, что-то не знал, но все равно мне интересно было посмотреть. Потом опять забыл, ну, не то, что забыл, мне неинтересно там, не, ну, не о чем там смотреть. Просто я даже удивлен, и бесит меня то, что вот, когда вроде ни о чем, а что-то люди все равно по 20 тысяч просмотров делают. Хрен его знает. Может, просто следят, им интересно, что будет дальше, знаете, может так. Но когда я это вижу, это не только на этом канале, есть и другие каналы, которые тоже непонятно там люди, ну, непонятно, что снимают. Непонятно, с чего такие просмотры, там, по 20-50 тысяч, 60 тысяч. Хрен его знает. Или просто повезло, или я не знаю, или...
И просто хочется в эти такие моменты все бросить, сказать, да ёпарасы, да нахер нам не надо. А вы мне еще пишите, ни о чем. Да зайдите на эти каналы, я могу вам, блин, список дать этих каналов, зайдите и скажите, ни о чем. Там, где реально так же самое, ни о чем. Это называется стиль лайфстайл. Кто пишет ни о чем, тот просто не понимает. Это жизнь, лайфстайл, жизненный стиль, стиль жизни. Ты просто снимаешь свою жизнь, все. Таких блогеров полно. Миллионники есть блогеры, которые так снимали, такие как Шапик и тому подобное. Миллионы подписчиков заработали себе на таком, ну, на таком этом, как сказать, стиле, на таком формате. А вы говорите ни о чем. А о чем вам надо? Там, где о чем, идите туда, о чем. Я ни о чем, я просто вот включил, еду сейчас, вспомнил и вспомнил, что мне снилось. Ну, прикольно. И думаю, как от этого избавиться. Я уже сказал, если тогда я, смотрите, тогда мне снился друг, все долго, много лет, пока он не вышел. Я его встретил, все, он перестал мне сниться. С соревнованиями та же история. Я вышел на соревнования, выступил, все, сны прошли. Я потом еще пару-тройку соревнований сделал, и все, меня попустило, мне это не перестало сниться. Я просто не давало, меня на душу давило на меня эти сны. Сейчас вот эта херня, что мне надо сделать? Как мне от этого избавиться, от этих снов? Это вот продолжается периодически. Не частенько, но что-то это запоминается. Эти сны что-то прямо помнятся. Вот все, что остальное не помнится. А вот эти сны прямо меня выбивают из колеи. Я просто хожу как это, знаете, как будто я ночью в прошлой жизни побывал, пожил и опять как на машине времени слетал. Вот такие вот они реалистичные эти сны. Я потом смотрю ее видео, я посмотрю, как на близкого родного человека, потому что только что ночью я с ней был вместе, ну, мне вот так снилось, ну, понимаете, жил той жизнью, там, в прекрасных местах, в местах счастливых людей, знаете, как в песне Кузьмы, места счастливых людей, и вот снится мне не просто этот человек, а и места счастливых людей, там, всякие моря, Турции и так далее, ну, это как-то так. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь. Домой к себе люди ходят из дома в дом. Мы сидим у окна вдвоем. Хочешь, я расскажу тебе. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь.